Hello, Right to Life presents. В Патхумтане, примерно в 40 километрах от Бангкока в Таиланде, владелец 15 немецких догов оставил их одних без какой-либо заботы и внимания. У владельца собак закончились деньги, и он почти полностью перестал покупать еду. Зверьки были чрезвычайно худыми, они настолько похудели, что через кожу можно было увидеть проступающие ребра. Тяжело было видеть собак величественной породы в таком состоянии. В службу спасения позвонил небезразличный человек, который видел животных и хотел им помочь. Волонтеры Watchdog Thailand были настороже и немедленно отправились на место, где располагалась ферма. Увиденное ими было действительно удручающим. Как только они брали их на руки, они могли ощутить руками, насколько сильно похудели собаки. Собаки лежали в вольерах, и взгляд у них был грустный и безразличный. Волонтеры немедленно принесли животным еды и воды, но в небольших количествах. Даже кормление любым способом могло быть опасным для их жизни, потому что их желудки отвыкли переваривать пищу. Рядом с фермой живут родственники владельца, которые рассказали организации, что это место долгое время использовалось как место для разведения собак, но его закрыли, так как хозяин не мог содержать его материально и решил оставить ферму и уехал жить в другой город. Мы никогда не сможем понять, почему человек не потрудился сообщить, что нуждается в помощи и просто уехал, оставив животных. Нуи, 50-летняя женщина, работавшая домработницей, рассказала, что родственница собаковода попросила ее позаботиться об этом месте, но встревоженная ситуацией, в которой оказались немецкие доги, она была вынуждена сообщить в учреждение, защищающее животных, о происходящем. К счастью, еще можно было что-то сделать, чтобы спасти их. О животных наконец-то начали заботиться так, как они всегда заслуживали. Но лучшее было еще впереди. Когда король Махава Джералонкорн, известный как Рама X, узнал об этом случае, он приказал своей семье усыновить их и профинансировать их выздоровление. Настоящий король, который прежде всего подает пример, мы получили королевский приказ от его величества короля. Его королевское высочество приказал делегации усыновить собак из отдела защиты животных, заявил представитель организации Watchdog Thailand. Счастливые пушистые, которые так много пережили, не могли поверить, что никто иной, как король, станет их новым человеческим отцом. Также, что лучше всего, царь заверил, что тот человек, который так безответственно отнесся к животным, пойдет под суд. Какой прекрасный конец после их пугающего прошлого. Их боль останется позади, и в своем новом доме они смогут быть счастливыми, как они того заслуживают. Помните, что животные – это существа, которые сопровождают вас и дарят искреннюю и безусловную любовь. Они заслуживают только хорошего обращения. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.